Добрый вечер. У тебя сразу, как просил? Или в конце можно? Можете сразу. Да еще раз на «вы» скажешь, что ты пойдешь. Юра, можно еще раз? Можно да, сразу? Да, иди на... Ну ты же обрежешь это? Ты самый красивый! Спасибо, мам! Добрый вечер. Я Федюн Федор, со мной Юрий Бесчастнов. Федор, ну поменяй фамилию на Федюн Федор. А как у тебя отчество? Валерьевич. Бля, ваханы у тебя как вы вообще выдумывали Федором тебя назвать? Федюн Федор Валерьевич. Я не знаю, я думаю, по приколу сына Федором тоже назвать. Пахан, так, итак, мы Федюны. Сына назову Макар. Я думаю, мама тоже в этом поучаствовала. Почему ты думаешь, ты не уверен в этом? Спроси у родителей. Родители приколисты. Ну, кто ж спорит? Они ж тебе шапку не купили. Но сегодня произошло кое-что прикольнее. Юрий забил гол в самой концовке матча. В смысле прикольнее? Ты что? Ты вообще следишь за моей карьерой? Нет, 704-й гол. Какой прикольнее? Это, блин, упорный труд. Я думал 707-й. Нет, вот я же говорю, ты не следишь. Это очень плохо. Очень плохая организация. Ребята, следите. Вот. Реф. Вот он, машиняка. Да, давай, иди. Будут вопросы или как обычно, постоим, да разойдемся? А, как дела? Хорошо, все. Вот рад вернуться на футбольное поле. Ну да. Ну что ты затроил? Конечно, рад. Специально. Да я видел по тебе. Отлично. Конечно, рад. Ну ты же сам понимаешь, что сколько я месяц проболел, ничего не делал, никуда не ходил. Я очень хочу выходить, очень хочу помогать команде, тем более, ты видишь, иногда мои выходы становятся полезными. Очень полезными. Да, не так, как ты за Сибирь выходишь. Почему? Почему? Вот, кстати, почему ты выходишь за Сибирь? Вот хороший вопрос, ответь сейчас вот всем. Так почему? За неделю или за сколько до игры Сибири и Перегара Миша Бурага пригласил меня сыграть. На свиданку. Да, и туда тоже, но я не согласился. А что сюда согласился? Ты, получается, не постоянный, ветреный. Ну, так вот и получается, да. Вот, и Миша Бурага меня пригласил, и я, собственно, приглашение принял на один матч, аренду оформили сыграть против Перегара. И вроде неплохо получилось. Ну, нет. Нет, плохо. Ну, конечно, не пропустил ничего, какой смысл. Да. Стоять было. Я тоже так и думаю. И отразить ты тоже ничего не смог, поэтому просто... Пристал. Разве? Ну, не будем сейчас говорить, что ты молодец. Ну, не будем сейчас делать анализ твоей игры, конечно. Давай, нормальный вопрос сейчас. Ты все равно будешь монтировать? Не, я все добавлю. Оно целиком будет. Ой, какое плохое будет интервью. Почему? Ну, потому что ты сам понимаешь. Как игра сегодняшняя? Хорошая игра, но мы могли забивать больше. Могли. Могли, но чуть-чуть хромала реализация, хромала, получается, концовка. А почему она хромает? Ну, потому что меня в конце только выпустили. Ты же видел, как только выпустили, сразу все получилось. А, то есть это не ваше решение было? Выпускать? Да. Конечно, а кто принимает эти решения, Бровки? Дмитрий? Да. Ты знаешь всех по именам? Блин, точно. Почти всех. Смотри, ты же знаешь почти всех по именам. Возьми, пожалуйста, к себе на поруки вот парня, который бегает то за мячами, то фишки расставляет. Он не знает никого. Пожалуйста, поднатаскайте его. А, в смысле то, что он постоянно спрашивает, кто забил? Кто забил, как зовут этого человека и так далее. Как-то надо знать уже, ну хотя бы Перегар не первую игру здесь играет, поэтому надо запоминать. Ты же как-то выучил. Он, кстати, его тоже зовут Юрий. Это не показатель. Вообще не показатель. Есть один хороший, я посмотри. И ну, вот это, парень, конечно, подрастающий. Конечно. А вы всем зрителям успели фены перед трансляцией, кстати, раздать? Кого? Фены. Я тоже не понимаю. Давай переводи. Ну, вы забили гол сегодня. Что такое вот. Фены? Фен. Вжж. Волосы сушить. А зачем его раздавать? Ну, вы забили гол, и я посчитал, что всем зрителям понадобится фен после этого. Тогда надо говорить всей, ну, прекрасной половине зрительской. Конечно, ну, конечно. Ну, так как ты всем зрителям раздал фен? Какие фены? Таблетки ты раздаешь, либо в электрический. Какой электрический дождь идет? Ты как-то поясняй. Просто, не знаю, вентиляторы с теплым воздухом, не знаю, калорифер. Что-то нужно как-то объяснять. Кроме фена еще существует куча приборов. Спасибо, Юра, я учту ваши замечания. Еще будут про фены? Нет, девочки, про фены не будет, вопросов тоже, наверное, не будет. Психанул.